Книга «Открытым оком», том 14, тема «Промысел Божий», вопрос 2899. Как Бог мог допустить, что у вас сгорел дом, и все нелегко нажитое? И почему же Бог допустил, что последний ваш суд был столь несправедлив, как вы говорите? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Относительно пожара, бывшего 24 декабря 2004 года, в Барнауле на улице Никитина, 147-1, то дом был старинный, деревянный, на 4 хозяина, и не мне одному он принадлежал, и загорелись хозяева, которые пили. Хотя это и поджог, как считают, но милиция так ничего и не сделала, чтобы обнаружить поджигателей. Поджигали не меня, а с обратной стороны, где и погибла хозяйка, в смежной квартире от нас через стенку на втором этаже. Почему Бог допустил? Может быть, не досмотрел? Но я так не мыслю. Много беззаконий в городе, и Бог временами выжигает содомитские вертепы. Своих он выводит, но их имущество, как у Лота, сгорает, и о том речи нет. Жив ты, и за то благодари. Книга Иова, 24:12. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Книга Амоса 3:6. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? 1 Коринфянам 3:15. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Нам не стоит оглядываться на горелое, жалеть, чтобы не оказаться рядом с женой Лота, которая оглянулась, хотя уже вышла из проклятого города Содома. Лука 17:32. Вспоминайте жену Лотову. Имущество, дом Ноя были ли спасены? Бог обещал награду в спасении тела, что я и получил вполне. Иеремия 38:2. Душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Погибла женщина в той квартире, где была пьянка, воровство и угроза от их отпрыска. Притчи 11:8. Праведник спасется от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Значит, мы больше не заслужили, потому Псалом 104:32. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. Что же касается суда, то обстановка очень изменилась в этих учреждениях за последнее время в худую сторону и поражает своей наглостью и бесстыдством даже бывалых юристов. Я знал двух судей, которые не убоялись грозных противников и громили их по закону. Михайлова Т.А. Железнодорожный суд и Жимоедова Н.В. Центральный суд города Барнаула. Конечно, есть и другие, но все это очень редкий случай, как бы исключение из общей бесстрашности перед Богом. Книга Иова 9:24. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает, если не он, то кто же? Книга Иова 12:17. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Исайя 40:23. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Книга Даниила 13:5. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о котором Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейших судей, которые казались управляющими народом. Абсолютно уверена, что судьями нужно ставить только верующих, даже независимо от того, христианин ли, мусульманин, буддист или идолопоклонник, лишь бы они верили в возмездие после смерти на страшном суде за любое несправедливое решение, чтобы верили в существование ада.
Судей 2.18. Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от врагов их во все дни судей. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Исаия 1.26. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе, в кавычках, город правды, столица верная. Несчастный случай снова проскочил, подножку планом искренно подставил. То валятся нежданно кирпичи, то муж с женой меняются местами. Понятие о счастье и покое извращено грехом и любодейством. Чуть не по-нашему и малодушно ноем, конючим, сваливаясь однозначно в детство. Защита матери и ласки от отца не каждому достались по наследству, и жалобу нам некому писать, от слез в сиротстве и герои слепнут. Все как у всех, жена, наследник, сын, но колесо споткнулось о случайность, качнуло роком, не удержать весы, воспоминания о прошлом за плечами. Стабильность не обрящешь и во сне, измена, подлость с трусостью корыстной. Случайность не стагнация, она не даст коснеть, и статус у нее такой, повсюду рыскать. Но ныне Библию читая и молясь, поверил, что случайностью не пахнет. По предназначенному скрежет, взрыв и ляск, тать утащил последнюю рубаху. Родились не случайно я и ты, и все вершители истории дурацкой, и в круговерте страшной суеты, вдруг слышим о Голгофе и о Пасхе. К тому прелюдия и встречи, как случайность, слова из прошлого и случаи из детства соединяют в целое все части. Мука пошла и замесили тесто. Хлебы печем и выверено пламя, сестер и братью рождает благовестие. Бог не советуется с немощными нами, а случай подвернулся как бы к месту. 17.12.05. Игнатий Тихонович Лапкин.